Добрый день, дорогие мои друзья! Рад вас всех приветствовать! И как говорил один персонаж фильма... А как этот фильм? А, Шурик, новые приключения Шурика. Один Аллах знает, куда девается у нее искра. А у меня один, ребят, Аллах знает, куда девается зарядка у этой аккумуляторной батареи, которая стоит в моем автомобиле. Вы представляете, не стал ни с сего, вот прям раз и нету, ничего нету, ноль. Просто аккумулятор новый купил, все, ну не знаю, может быть плохой аккумулятор, ну как объяснить, что за полгода он вообще, даже какой бы он ни был плохой, никаких тебе там дополнительных приборов, сигнализацию даже в последнее время не стал закрывать, стал ключом закрывать, и нифига все равно ничего не работает. Но, ребятушки, друзья мои, из этой ситуации есть простой вывод, который, как говорят люди, лучше лома нет приема. И ломом у нас сейчас будет выступать с вами один прибор, который я приобрел за 2000 рублей. Сейчас я вам покажу. Ребята, и вот у нас сейчас вот такой вот прибор, который называется автостарт. Не знаю, как он стартанет, но аккумулятор в машине уже присевший. Сейчас мы вместе с вами его распакуем и посмотрим, как он стартует. Друзья, ну вот этот прибор. Сейчас мы его с вами скроем. Обещает старт автомобиля с абсолютно севшим аккумулятором буквально за 2-3 секунды. Так, ну что, вскроем, поглядим, что он из себя представляет. Давайте, вот смотрите. Вот такая вот коробочка, дайджест называется, дайджест. Здесь, как я понимаю, фонарь, ну-ка. А это вот показывает уровень, смотрите, он полностью заряжен. Я думаю, что он не полностью заряжен. А как фонарь работает? А вот это что за кнопки? Непонятные. Но мы все делаем методом, друзья мои, научного тыка. Так, я смотрю, смотрите, здесь USB и Type-C зарядка. Так, здесь что-то какие-то кнопки, я не знаю. Что это? А, сюда клемма вставляется. Так, мы еще с вами не распаковали. Смотрите, что здесь у нас есть. Провод, судя по всему, вот сюда он вставляется. И заряжается у нас он от простого, как я понимаю. Хотя, что он заряжается? Это мы можем заряжать. Ну, вот смотрите, а это вот сюда он заряжается. Глянь, тут даже для iPhone есть зарядка. Смотрите, видите? Круто, у меня она, это самое, уже плохая, пригодится. А это вот сюда вставляется, и в простой выпрямитель, ну, для любого телефона, какой есть, он вставляется, наверное, же и заряжается. Так, я единственное только не понял, как работает фонарь. Чё? О, иди, твою мать, чуть не ослеп, во, блин, а! О, короче, нужно подержать, друзья мои, и фонарь работает. Еще раз говорю, полная зарядка. Так, выключаем. А как он выключается? Ну-ка, я держу. Не выключается. Ну, черт с ним. А вот эту вот заглушечку, ребяточки, смотрите. Вот она, тут такой специальный писюлечек маленький. Он, наверное, должен открыться, когда я за него дергаешь. Да, вот, смотрите. Ну и, судя по всему, вот сюда и вставляется. Но мы сейчас не будем вставлять, а то, не дай бог, замкнет. Мы сразу пойдем с вами залепим на клемму. Ну, провода, смотрите, достаточно такие толстый, хороший. Значит, должен по ним ток-то хорошей мощности проходить. Ну и, в принципе, должно завестись все. Так, друзья мои, ну что, весь мы обзор сделали. Такой он легкий, я не скажу, что тяжелый он. Приятный такой. Ну, сделан качественно, никаких тут, как бы, нюансов нету. Все хорошо, сертифицированный. Самое главное, друзья, лишь бы заряжал. Это называется... пускозарядное устройство, а по умному, как я забыл, как это называется, как он называется-то? Достер, хрен забыл, значит. Бустер. Ну, короче, бустер. Так что вот этот бустер, пускозарядное устройство. Все, друзья мои, пойдем, сейчас мы с вами одеваемся, идем на улицу, пробуем завести автомобиль, который, я вам говорю, только один Аллах знает, куда девается искра, у этого автомобиля. Попробуем завести, ну и глянем, как это все будет выглядеть. Все, собираемся, идем на улицу.
Друзья, ну вот автомобиль. Давайте с вами попробуем. Просто вам покажу. А зачем я зеркало откинул, не знаю. Ну ничего страшного. Идите сюда, подходите. Смотрите. Вот он. И все. Вот, слушайте. О, он вообще мертвый. Он вообще умер. Все, пойдемте, давайте тогда с вами. Сейчас все. А где эта коробка-то? Я ее не взял, что ли? Иди, надо же. Друзья, вот смотрите, тут такая заглушечка, она дырочки закрывает, куда вставляются наши провода. И вот смотрите, ты их тут не перепутаешь никак, потому что вот здесь вот одна такая вот квадратненькая ерунда, другая кругленькая. То есть по-другому ты их не поставишь. И это важно. И там, смотрите, я почитал инструкцию, написано, что для завода нужно хотя бы, чтобы 3 горело. Но здесь горит 4, поэтому я думаю, никаких у нас противопоказаний к этому нет. Пойдемте попробуем завести. Но я вам хочу сказать, я как идиот, я, конечно же, забыл. Спасибо Наталье Александровне, что она сходила за ним. А то человек усталый, старый уже, немощный, больной. Мне очень тяжело для этого подниматься. Друзья, тут нужно соблюсти необходимую технику безопасности, чтобы у нас не замкнуло ничего. А именно, сначала подключить, это все там написано. Вот мы минус. А где минус? Ага, вот минус. Подключаем. Но я старый автомобилист, вы должны понимать, что человек, он умудренный опытом, он автомобилями на ты. И плюс. Все, практически у нас все готово. Теперь мы, значит, вставляем наш вот этот кончик проводов вот в эти вот разъемы, которые один квадратный, один круглый. Все. Вот так вот все выглядит. Теперь нам нужно его включить и сразу валить заводить. Так, вот смотрите, я его включаю. И уже заработал. Заработало музло, ребята. Это, оказывается, музло виновато. Так, ну что, пробуем? Ну а что? Кто скажет, что это плохо? Вообще с полтыка все заводится. Но самое главное, там написано, в течение 30 секунд надо это все выдатню выключить. Ну что, ребяточки, я считаю, я не знаю, сейчас на улице жара, ну, с градусов 30. Как он будет работать зимой, для меня непонятно. Дай бог, чтобы, конечно, не разряжался автомобиль зимой, но я считаю, что летом свою функцию он выполнил. Я покупкой не знаю, пока доволен или нет, но здесь можно заряжать, смотрите, и телефон, и как фонарик. Ну, не знаю, фонарик, может, и нужен, когда в зиму. Сейчас он мне не нужен. Так что, друзья, смотрите, сами решайте. Фирма Даджет. Стоит он 2000. Значит, еще вам скажу, значит, по характеристикам написано, пусковой ток 400 ампер, постоянный как бы 200, а стартовый 8000. Ну все, друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Желаю вам всего хорошего, любви, мира, ну и самое главное, здоровья.